В городе Силаме начинает работу две смены трудового лагеря. Первая смена начинает с 15 июня. Это будет у нас 10 дней рабочая смена, 15 человек. Вторая смена будет работать в июле месяце, тоже 10 дней, 15 человек. Всего заявлений в этом году было подано свыше 100 заявлений на 30 мест, которые есть в трудовом отряде. Трудовой отряд мы распределили, ну, немножко возрастной. Одна смена будет помладше, вторая будет постарше. К сожалению, тех средств, которые есть, ну, может только две смены по 10 дней. И в целом будут в трудоустройстве участвовать 30 молодых людей. Открытый молодежный центр для тех, кто попал в трудовой отряд, связался, пригласил, и уже с завтрашнего дня мы начинаем свои работы. Хотелось бы принести извинения, что не все попали в данный проект. Будем надеяться, что в 2023 году средств городского управления выделит больше, и сможем удовлетворить большее количество желающих.